гендерной дисфории блюз. Альбом под таким названием выпущен панк-группой Against. Солисты Against, по призыву и замыслу которой во многом и был создан литературный музыкальный материал для диска, выступила не так давно с заявлением, сказав, что испытывает гендерную дисфорию. «Я сейчас нахожусь в середине пути по смене пола, который бы соответствовал моему социальному гендеру. Я согласилась обнародовать детали моей частной жизни. Это было не просто для всех, и для меня самой, и для моих близких». Гендерная дисфория означает, что человек не может полностью принять свой собственный гендерный статус. Такое признание во многом освобождает, и для меня не в первый раз привыкать к вниманию публики. И не в первый раз я пишу о своих чувствах и эмоциях, делая это максимально искренне. Максимально искренне и максимально открыто. Это важно и мне самой, и всем нашим слушателям, как я думаю.